Огромный старый кот с порванным ухом и жуткой мордой сидел на солнце и слушал свою боль. Что-то внутри давило и жгло. Он свыкся с этой мукой. Да и выбора особого не было. Куда и к кому было идти? Он родился, вырос и состарился на улице. Но сегодня жало особенно сильно. «Видимо, скоро», – подумал он. Кот открыл глаза и прищурился. Недалеко шумела компания. Он внимательно рассмотрел их. В самом центре стоял совершенно пьяный парень и размахивал руками. Кот узнал его. Это был давний враг. Он всегда бросал в котов палки и камни, и старому бедняге часто от него доставалось. Правда, последний раз этот пьяный урод подошел слишком близко, и это не прошло ему даром. 4 глубоких шрама навсегда остались на его щеке. Кот улыбнулся про себя, и даже постоянная боль отступила. Вдруг компашка замолчала. Кот скосил правый глаз и ухо. «Тсс, тихо, мужики!» – шипел пьяный парень. «Вон тот, который мне шрамы оставил! Сейчас я с ним посчитаюсь! Мужики, кто со мной? Давайте отомстим ему! Развлекуха, он-то один!» Дружки согласно зашумели и стали собирать камни и палки. Кот посмотрел вверх и решил. Пора прощаться с этой постоянной болью. Сегодня хороший день для последнего боя. Очень важно выбрать правильное место. Он встал и осторожно, чтобы не потревожить что-то ноющее внутри, пошел в сторону глухого переулка. «Держи его, держи!» – заорал пьяный, и вся компания, что-то вереща, бросилась за котом. Он спокойно, не спеша подошел к тупику в домах и сел к нему спиной, в самом углу. Посмотрел на яркое солнце и приготовился. Компания убийц окружила его и остановилась метрах в 10. Накручивая друг друга, они кричали коту что-то угрожающее и, сделав еще пару шагов, стали бросать в него палки и камни. Кот сжался в комок. Один из камней попал ему в глаз. «Ничего», – подумал он, – «самое главное – это задние лапы». Уже вся морда кота была разбита камнями. И почти уже не чувствуя боли от попадающих в него камней, он сосредоточил свое внимание на пьяном парне со шрамами. Эта ярость превратила его в огромного страшного зверя. «Еще один шаг, еще только один», – подумал он. Размахивая руками и разгорячившись от прилива пьяной ненависти и удали, парень занес палку в правой руке и бросился на кота. Кот уже не чувствовал боли, столько камней попало в него. Живо осталось в нем только одно желание, и оно сбылось. Осторожно, как в замедленной съемке, разогнулись мощные задние лапы, сжатые как пружина, и старый боец прыгнул навстречу пьяному убийце. Парень, орущий во все горло и размахивающий палкой, вдруг увидел прямо перед своим лицом единственный оставшийся глаз старого кота. И в нем не было страха и боли. Он пристально и упорно смотрел ему в лицо. И пьяный парень вдруг почувствовал холодный ужас, мгновенно сдавивший его легкие, и теплую струйку, побежавшую по ноге. Пальцы, сжимавшие палку, разогнулись. Крик застыл в горле. Но было поздно. Задние лапы кота оказались прямо над его грудью и животом и, резко разогнувшись вниз, стремительно ударили. Кот выпустил свои страшные когти-ножи. Его боль отступила, и наступила тишина. Старый кот выиграл свое последнее сражение, и его душа отлетела в Волгалу. Туда, куда попадают души всех бойцов, принявших свою смерть лицом к лицу, без страха. А вот человек умирал медленно и страшно. Схватившись руками за разорванный живот, парень заверещал и упал на землю. Мгновенно протрезвевшие друзья забыли про кота
и бросились к человеку. Подхватив его на руки, они побежали с ним к машине и рванули в сторону больницы, где его немедленно отнесли в операционную. А вызванные родители заламывали руки и кричали: «Кто? Почему? Как случилось?» и молили Бога о помощи. Но Бог был глух к их молитвам. И я думаю, вы знаете почему. В угасающем сознании парня маячил спокойный, огромный глаз кота, смотрящий в упор, прямо в лицо. И в нем не было ни страха, ни ненависти. В нем была абсолютная решимость и неотвратимость. Не обижайте котов, ей-богу.